каждый год это мероприятие – настоящее событие, которого ждут с нетерпением передовики сельского хозяйства, работники культуры и образования, здравоохранения и промышленности, силовики и спортсмены. Этот день становится итогом многодневного, кропотливого труда, но только те, кто самоотверженно работали, получают заслуженные награды. Жители Бобрущины бережно относятся к истории своего края. С трепетным чувством сохраняют ценные достояния предшествующих поколений и приумножают богатство края, активно расширяют инфраструктуру, развивают сельское хозяйство, промышленный комплекс и социальную сферу. Конечно, главным достоянием были и остаются люди, которые вкладывают свой каждодневный труд, профессионализм и творческий потенциал в развитие района. Но в этот день они забыли о рабочих буднях. Подарок передовикам – выступление творческих коллективов. По итогам 2019-го Бобруйский район показал значительный прирост как в финансовом, так и в материальном плане. Но, как справедливо отметил глава райисполкома, на этом останавливаться никто не собирается, ведь всегда есть к чему стремиться. Максим Кембель, Максим Галионко, Бобруйск 360.